Организация профессионального обучения и дополнительного образования осуществляется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», утвержденного постановлением правительства России в 2021 году. Реализация мероприятий предусматривается для отдельных категорий граждан. Это такие категории: граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, находящиеся в трудовых отношениях у работодателя, женщина, не являющаяся, не находящаяся в трудовых отношениях у работодателя, имеющая детей дошкольного возраста от 0 до 6 лет, безработные граждане, официально зарегистрированные в службах занятости населения, работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени на предприятиях, организациях, также процедур сокращения, высвобождения работников. Позже постановление было дополнено новыми категориями. К ним относятся граждане до 35 лет. Граждане, которые с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости в течение 4 и более месяцев. Граждане, не имеющие среднего профессионального или высшего образования и не обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования. Далее следующие граждане, которые с даты подачи им документов об образовании или квалификации не являются занятыми со дня выдачи, то есть закончившие профессиональную образовательную организацию, не являются занятыми в течение 4 месяцев. Также относятся граждане, завершающие обучение по образовательным программам среднего, профессионального или высшего образования в текущем календарном году, обратившиеся в Центр занятости населения по получаемой профессии, и на момент обращения отсутствует вакансия по их получаемым профессиям. Обучение осуществляется тремя операторами: WorldSkills Москва, Томским государственным университетом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Предусматривается как очное, так и дистанционное обучение. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в России». Более подробную информацию и консультацию можно получить в Центре занятости Николы Березовки или по телефонам 7 70 77 или 7 70 09.